Что ты думаешь о стальной бороде? Ха, этот старый мерзавец, вонючий голоботяп, алкаш и грабитель, презирающий смерть воин. Но... Но? Но все равно у меня нет для него рома. Нет рома? Но ты же только что мне налил. Парень, старые добрые времена закончились. Я бы мог тут всех угостить, но загрузить корабль, увы. Что ты думаешь о стальной бороде? Ха, этот старый мерзавец, вонючий голоботяп, алкаш и грабитель, презирающий смерть воин. Но... Но? Но все равно у меня нет для него рома. Нет рома? Но ты же только что мне налил. Парень, старые добрые времена закончились. Я бы мог тут всех угостить, но загрузить корабль... Увы. А в чем дело? В сахаре. В сахаре и воде. Это ингредиенты, необходимые для рома. А теперь угадай, чего у нас не хватает. Сахара и воды? Именно. А что с водой? Ну, просто не получаем. И это при том, что источник у нас, считай, за дверью. Другими словами, если хочешь помочь... Воду я носить не буду. Но за приличную плату могу надавать по заднице водоносом. Это задание от Кертиса. Он знает, что делать. Хрен тебе нарыл, я пойду. Это еще с какого перепугу? Пойду я. Черт из бан, я пойду. И не мечтай, пойду я. Раздался голос из гальюна, я пойду. Закрой пасть, поняй, я пойду. Дерьма поешь, я это сделаю. Ох, сейчас договоришься, пойду я. Черт из бан, я пойду. И не мечтай, пойду я. Не вмешивайся. Ты не знаешь, что произошло. Раздался голос из гальюна. Я пойду. Эй, меня прислал Кертис. Я... Ты не знаешь, о чем речь. Я сам все сделаю. Закрой пасть, поняй. Я пойду. Эти двое будут спорить вечно. Что там случилось? Мы водонос. Всем новичкам попадет. А также тем, кто тут накосячил. Я новичок. Накосячили Докс и Фостер. Меня прислал Кертис. Один из вас должен идти к воротам, встать на часы. Ты кому это говоришь? Эти двое никогда не договорятся. Ну тогда ты встань на варту. Да я бы рад, но я не могу их оставить. Если я уйду, тут будет катастрофа. Ну ты как-нибудь это с ними реши. Почему эти двое должны таскать воду? Докс начал в кабаке ссору. В ответ на это Фостер бросил его на полку с бутылками. Пражник ужасно разозлился. Дерьма поешь! Я это сделал! Ох, сейчас договоришься. Ну скажи хоть что-то, или ты не знаешь, что произошло? Ох. Вы ссоритесь из-за этого дела в кабаке? Точно! Кертис подустал, поэтому он прислал меня. Значит, ты решаешь, кто из нас встанет на часы. Выбери меня! Это он все начал! Ну, конечно. Это был ты. Поэтому легкая работа достанется мне. Еще чего? Ты что, хочешь снова драку устроить? Возьми себя в руки. Колби пойдет. Когда двое ссорятся, третий радуется. Что? Этот коротышка? Ни за что. Слушай, у меня предложение. Мы будем драться. Побьешь меня, коротышка может идти.
А если я выиграю, пойду я. Идет? Погоди, а как же я? Ты сможешь подраться с ним, если я проиграю. Иди к черту. Я хочу драться первым. Хрен тебе. Слушай, сначала... Сначала подеремся. Можно попрощаться с Колби и Фостером. Я встану на сторожевой пост. Хватит болтать. Подеремся. Но только не убегай. Это будет считаться поражением. Вперед! Скажи ему, на что смотришь. Задай! Ну же, бей его! Давай! Теперь подеремся мы с тобой. Ха, со мной так просто не получится. И не забывай, кто убежит, тот проиграл. Давай начнем. Сейчас я тебе наваляю. Давай, бей! Давай же! Давай, бей! Давай! Вот это удар! Вот это бой! Что ты там говорил про какого-то настоящего бойца, что задаст мне трёпку? Ладно, ладно, ты победил! Так я выиграл оба боя. Да ладно, ладно. Я пойду снова искать воду. Ну хорошо, парень. У тебя будет шанс. Спасибо. Вот увидишь, я не подведу. Ну тогда вперед. И еще кое-что. Элайя делает кровавый нейл. Вот, попробуй. Неплохая штука. Водоносы снова заработали. Это мне нравится. Вот, выпей. Выпей за то, что мы делаем из воды.